И всем привет-привет! Сегодня с вами Даша, и вы на канале Family Play TV. Подпишись скорее на Family Play! Ну что ж, я сегодня хочу пройти полностью эту карту. И, кстати, на том видео, на первой части миллиардера набрало 100 лайков. О, привет! Привет, я Макс! Ты хочешь ограбить миллиардера? Когда? Давай, я тебе буду подсказывать. И смотри везде все. Ну, хорошо, хорошо. Хорошо. Ну что ж, и тут можно собирать вот такие, типа, ну, такие денежки. И смотрите, там еще денежки есть. Так, здравствуйте! Тут нельзя пройти! Тебе нужно найти выход! Понятно! А тебе понятно! Смотрите, какие строгие! Видите? И давайте возьмем еще денежки, и у нас уже 40 баксов! А сейчас будет 50 баксов! Круто! Вау! Как мы прыгнули! Давайте заберем эти баксы! И, кстати, давайте осмотрим этот дом. Смотрите, какой огромный дом миллиардера. Смотрите, даже во все не помещается. Во весь экран. Смотрите, какой прикольный. Ну что ж, давайте заберем наши денежки. И помните, там надо было из орешка превратить большой подсолнух. И чтобы мы... На него залезли. Ну, пошлите. Поскорей. Вот, забираем эту лейку. И сейчас будем поливать. И, кстати, там ограничено время. И чтобы залезть, и там не бесконечно ты можешь залезать, слезать. Только некоторое время. Ну что ж, я побежала. Тут я быстренько заберу. И тут даже видно лейку, я надеюсь... Не, ну я не буду рисковать, хотя не моя же лейка. О, я и без своей лейки справилась. Итак, смотрите. Да, ты это смог сделать. Теперь найди следующее. Ну что ж, давайте яйцо разобьем. О, взяли. Взяли вот эту штуку и надо ее вот сюда положить. Смотрите, сейчас там открывается. Вот, она открылась. Ну что ж, побежали скорее за ней. И, кстати, я заберу быстро баксики. И у нас уже их 140. Хм. О, нет. Вы видели как? Зря я собирала эти баксики. Так бы уже оказалось в подземелье. Вот теперь там по второму разу это все открывается. Ну бежи, беги, беги, бежи. Я не знаю, что тебе еще. Вот, все. Смотрите, у нас их уже 150. И смотрите, мы уже в каком-то подземелье. Или что это, как там назвать? Смотрите, тут можно за 200 покупать вот такие ускорители. Но у меня 165. Мало. Быстрее бежим! Нет. О, я забралась, вы видели? Класс. Прыгаем по этим камням. Бежим. О, как в Марио. Так, телепортируемся. Бонс. Бонс. Все, мы уже оказались. О, смотрите, какой человечек. Такой прикольный. Это сам миллиардер. И, кстати, сейчас у нас уже 200, ровно 200 баксов. О, добрались. Что это такое? Смотрите, его рот открывается. Хм, странно. Давайте посмотрим на него поближе. Смотрите, какой он... прикольный. И вот его руки. Класс. Ну что ж, побежали.
Итак, за 400? Ну, это супер прыгалка. За 400. Ну, у меня... Это, то есть, очень высоко прыгать. Но у меня таких денег нет. 400 баксов. У меня есть только 210. Но супер ускорение мне тоже не надо. О, есть, смотрите. Как я спускаюсь прикольно. Ой, что такое? Быстрее тянем, тянем, тянем. Там двери открываются. А скоро меня-то задавит. Быстрее. Фух. Я справилась. Смотрите, тут сколько золота. Обожаю золото. А вы? Ну и серебро я тоже люблю. Но больше серебра. Золото, оно уж слишком какое-то золотое. А серебро, оно такое красивое. Ну что ж. О, тут за 500 можно раз и два. О, что это такое? Кстати, я помню, в первой части не смогла это пройти. Но это же так элементарно. Вот все, я с первого раза прошла. Ну что ж. Вау, смотрите, что это такое? Давайте залезем. Итак, мы тут просто идем. О, нет! И, кстати, смотрите, если я шевельнусь, то я превращусь в золото, а все голубой осыпется. А знаете, что именно осыпется? И я не знаю, зачем так сделали быстро. Это типа то, что чтобы тебе не надо было ждать, чтобы сразу пать, и все. И вы на месте. Сейчас приготовлюсь. О, я прям залезу сюда, но мне не надо именно в золото. Мне не надо в золото. А, непонимающий. Вот смотрите, что это такое? Я застрял в золоте. Все, я сейчас быстренько. Так, ну, рассыпаюсь, потому что мне нечего делать. В золоте копаться долго. Потому что мы же хотим сегодня за все пройти. О, нет, опять. Что ж такое, мне сегодня не везет. Но, кстати, мы уже начали проходить новое. То, что вы не видели. А, кстати. О, нет. Вы же видели, я прям попала. Ну, что ж такое. Мне же реально не везет. Итак. Три. Я не знаю, какая это уже попытка. Ну вот зачем вот так вот резко? Я не понимаю. Это, видимо, самый мой неудачный уровень. О, вот это уже... Вот это уже круто! Когда ты запрыгнул и опять упал. Вот сейчас давайте, ребятки, скрестите пальчики. Или сожмите кулачки, я не знаю, то... Вот, Даша, пожалуйста. Нет, нет. Даша, все хорошо. Есть! О, давайте. О, смотрите, мы поднимаемся. Итак... Вот и все. Идем. О, что тут такое? Дом? Видимо, дом миллиардера. Это что, все? Ну нетушки, что-то это маловастенько. Так мало было. Нет, это не все. Видите, там что-то еще закрыто. Значит, это не весь побег. И, кстати, у меня уже 350 баксов. Вот. Что это такое было? Вы видели? У меня просто все баксы пропали. У меня теперь 10 баксов. О, что? А, все. Все хорошо. Давайте поползем по дивану. О, что это такое? Смотрите, мы залезаем в сундук.
Ключ! Мы нашли ключ, видимо, от той штуки. Ну ладно, побежали. О, открываем. О, побежали! Быстрее, чтобы нас миллиардер не нашел. О, за 400 можно суперджамп. Ну, то есть, просто хорошую прыгалку. Но нам не хватает еще 30 баксов. Ну да, я не буду собирать, потому что зачем? Я все равно ничего не покупаю. В принципе, это логично. Баксик! А, из-за этого баксика только могу рассыпаться. Ну что ж, давайте, у нас вторая попытка. И нам осталось да, вот этого суперджамп, который только работает один раз. А знаете, вот если ты просто там рассыпаешься, то это все, у тебя все пропадает. Взгляд и копил и так далее. И вот так бы я уже собрала там, и так бы я уже себе купила. И 100 бы раз уже рассыпалась. И просто прыгаю. Пока пусто. Аккуратнее. И в дыру! О, есть! Опять! Теперь, а где ключ мне найти? Стоп, 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 я не поняла. А может быть, у нас все еще есть ключ? Да, у нас все еще есть ключ. Так. Смотрите-ка. Идем. Ну, это не обязательно уже. Что это за фруктики? А что это за кнопка? Побежали! О, и меня куда-то телепортировало. Ой. Ой. О, куда это я попала? Слайм слайд? Что это такое слайм слайд? Очень интересно. О, смотрите. Смотрите, за 900 баксов. Как это много. Я бы столько не собрала какую-то штучку. Ну, что ж, покатились. И знаете, как это называется? Слайм слайд. Очень классно. И это значит, все это слайм. Кстати, кто любит лизунные слаймы, я их просто обожаю. У меня их просто очень много. У меня, мне кажется, целая коллекция их. Ну что ж, сейчас нам надо туда, в эту дырку попасть. Ну быстрее, вы ж тут не одни. Вот так у меня в школе, когда куча народу. Я говорю, ну быстрее, быстрее, еще быстрее, вы же не только одни. О, что это за дверь? С доллар? Ну, со знаком доллар. Так, мы попали в дом. А, в этот огроменный дом. Класс. Что это за книга? Пошлите к ней. О, ноты. 1, 3. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. По-моему, тын-тын. Тын-тын-тын. По-моему... А, вот! Нет. А! А, нет. А, нет. Тун-тун. А, чё это такое? Вы слышали этот звук? Там ту-ту-ту-тун. Так, пошлите. О, опять спускаться. Так, я так люблю. Что это за книга пиратов? А, ну там баксы собирать. Так. О, нас куда-то телепортирует. О, нет! Что такое? Ау, кто здесь? О! Эта штука? Нет. Там какую-то штуку надо найти. Давайте-ка найдем. Давайте...
посмотрим тут. Тут тоже нет. Давайте посмотрим. Тут внимательно. Тут тоже нет. А что там за штукенция была? Очень интересно. Я не понимаю, типа ремень, что ли? Или что? И, кстати, что это за огонь? Смотрите. Не сойдет это за огонь? Походу, что-то надо найти, как я так понимаю. Но тут его нет. И надо как-то без этого справиться. Ну ладно, давайте пропрыгаем. Так, давайте зажгем. О, смотрите, реально зажглось. Так. О, сундук. Открываем. О, вот эта штучка. Нам она и нужна была. Теперь надо идти туда, как я так понимаю, потому что там она была нам нужна. Пошлите. Вау! Как классно! Итак. Оп! Класс. Идем сюда, как... О! Что это такое? О! Привет! Смотрите, я на корабле! На кораблике! Итак, мы попали... О, смотрите, тут какой-то скелет! Класс! Кстати, может купить просто супер штуку. Давайте купим. Вы видите? Что-то с этим чувачком случилось. Эй, чувак! Успокойся. О, все. Все хорошо. Пока он спит. Побежали. Итак, идем. Идем дальше. И только аккуратней, чтобы с ним больше такого не случилось. Побежали. Он опять проснулся. Давайте залезем сюда. И так. Опа. О, смотрите, открывается. Надо быстрее бежать. Так. О-о-о. Ну что ж такое, у меня опять же не получилось. Но ничего. Давайте быстрей. Опять закрыта дверь. Нет. Дверь тут уже закрыта. Надо опять открывать. Давайте откроем. Открываем. Быстро идем. Так. Ну что ж такое? Вы видели? Это же не задело. Давай быстрее, пока не закрыто. Так. Так. Фу. Давай. Есть. И тут опять. О, здоровый ключ. Помните, с такой большой дверью? И нас опять куда-то телепортируют. Наверное, к этой двери. Давайте откроем побыстрей. О, смотрите. Быстрее, быстрее бежим. Открывается. А, бриллиант. Берем. А, что это такое? Закрывается. О-о-о. Кажется, нам надо бежать. И ничего не надо делать.
Так. Так, уже первая прошла. Что-то не получается. Вы видите там самолет? Итак, проходим это. Это. О, смотрите, какой самолет! Вообще, он такой классный. Ну что ж, давайте заходить в него. Летим! О, смотрите, что это такое? Так. Понятно. О, смотрите, какой самолет! Классный! Ой! Кажется, самолет выдерживает, поэтому надо тебе дойти до парашюта. Хорошо. Кнопочка нам потом. О, может быть, коктейльчик взять? Или не то самое время? Наверное, не то время. О, бильярд! Бильярд! О, давайте. Где приставка? Ну ладно. О, бочки! Идем. Берем. Да я поняла тебя уже. Я понимаю то, что надо спуститься с парашюта. И в бильярд нет времени поиграть, и коктейльчик от уже выпить. Идем. О, спускаемся. Ну давай же ты быстрее. Мы что, все прошли? Куда мы так падаем? О, все, парашют нам сейчас поможет. Вот и все. О, что, все? Думаю, это... Все, да, ребята, мы прошли. Побег от миллиардера. Мне очень понравилась эта игра, а напиши в комментарии о вам. Ну что ж, всем пока-пока. Сегодня с вами была Даша. Вы были на канале Family Play TV. Подпишись скорее на Family Play. И всем пока-пока.